Спокойной ночи, Silent Snail. Был рад видеть. Удачи. Раньше это было дверью, теперь это не дверь. Или чё? Неочевидная секретная комната, конечно. А, понял. Это все еще дверь. Так, миниган, следом за миниганом кнопка ракеты, я запомнил. Его ракета не ваншотает. Ракеты оверрейтед, прыв ми в ранг. Мясное. Хорошо. Синяя карта открывает желтую карту, желтая карта открывает, скорее всего, вот здесь проход. Ясно? Да, с миниганом бегаю, я его прокачал, и он здесь реально полезен. Но без него здесь сложновато. Как-то игра, ну, реально стала сложнее после этих пирамид. Эти ракетные штуки, которые по 4 там ракеты выпускают за раз, очень крутые. Прокачанный миниган имба. Так, хорошо. Синяя карта. Синюю вставляем сюда. Берем желтую. А желтую я не помню куда. Я забыл. Feels bad, man. У чувака сегодня просто второй день рождения, походу. Ух ты, что такое? Мало того, что разбанили, так еще и сапку загифтили. Спасибо, Строчителла. Спасибо. Да откуда? Что, я не понимаю? Да херильон врагов просто. Ура, 25-я континия. Скорости нет, не успею такого.
Silent Snail ушел же, да? Спасибо еще раз, Старощителло. Блин, нихера, 7 сабок, это очень жирно. Обычно на меня в удачный день столько человек ресабается, а тут... Один человек 7 сабов организовал. Да, пожалуй, это все-таки мой любимый пока что акт. Это прям мое. Печенюшка, спасибо. Печенюкха. Ну это печенюшка же, наверное, все-таки. Где что-то, как доставки гифт. Добро пожаловать. Мы в такие моменты даже не парить низкий онлайн как-то, типа, когда чат уж не окончательно дохл и прям нормально стримится. Ботик Скотти хочет подписку, решил его судьбу, да нет? Блин, давай ты не будешь мне доверить такой вопрос. Только не мне, кому угодно. Пускай это сделает Лангрен. Ну окей. Кто там остался еще, кричит. Ух, срачка болит у меня. Очень интересно будет потом Quake первый сравнивать с этой игрой. Типа в Doom-то я играл, я, кстати, вот так и не прошел, я довольно далеко дошел. И на Brutal Doom играл, и на дефолтном Doom обычном. Одинаково далеко доходил, но в итоге дропал. Не помню почему даже. Самая шахта какая-то. О, туда я не хочу падать. Фак. В любом случае придется. Блин, знаете, ну тут не каждый остатки хорош. То есть, если его выкачивать, то надо переслушивать будет все. Ой, ёб твою мать. Больно бьет.
случае дропал не на том моменте, где требование к скиллу повышалось вдвое, если не втрое. Маленьким был тоже там дропал, только подростком прошел. Да нет, я сейчас даже не помню такого переломного момента, чтобы типа Doom стал сложным. Это чё? Я не знаю, что это, но это выглядит очень круто. Это не аналог ничего, да? Это просто новая пушка? Кайфарик. Звук очень приятный стрельбы. Да, я не помню, если честно, чтобы меня сложность какой-то игры останавливала. А, я поднялся туда, откуда я... Все, я понял. Лазерка? Можно качнуть в рейлган, а во что еще можно качнуть? Так, что я там не открыл-то? Ну, на таком этапе она очень слабая. Я прям не понял, она пенетрирует врагов или нет? Но даже если пенетрирует, все равно слабенько. Без апгрейда так точно. О, Бодик Скотик все-таки получает сап. Добро пожаловать. О, я вижу дверь финальную. И снова эта пушка. Видимо, если в первый раз не нашел, вторая попытка дается. Скорострельная лазерная пушка. Делает лазерную пушку скорострельной. Она вроде так быстрая. Превращает стандартную лазерную пушку в рельсовую пушку. Ты пробовал рейлган? Как тебе вообще? Нормальная тема или не стоит она того? Мне, конечно, поинтов нет сейчас качнуть, но на будущее знать было бы неплохо. Два акта осталось. Ты на первом левеле города ракетницу просрал? Она у меня в любом случае есть. Вот она. Вообще не изло и миниганом ли? Понятно. Вариант скорострельной лазерки звучит довольно интересно. Ну, у меня сколько там, 70 патронов или 60? 5. Шутка. Блин, здесь просто охеренные монстры. Видали эту штуку огромную? Она как босс выглядела. Охота заморозку попробовать, но что-то не особо как-то. Тяжей, загляни мне в жопу. Обсидиан достиг апогея, по-моему.
странных сообщений. Это так допройду и заканчиваю. Ну, типа, это такт, потом... За что? Это такт, потом... Босс-файт и всё. К чему вообще эта локация? Пожалуй, я сваливаю. Окей. Там еще много чего можно было исследовать, но как-то неохота. Ой, сумасшедший человек, что творит? Спасибо, Стричтелла, за еще 5 подарочных сабов. Ты че, ты сказал-то, что ты остановишься? Бляха. Сейчас будет 5 алертов, да? Вы там продолжаете сабаться, что ли? Или это еще текущие не прошли? Спасибо огромное! Спасибо огромное, Стричтелла. За все сегодняшние гифты. Ты прямо омега много сделал. Сабов сегодня. Спасибо большое. Правда. Добро пожаловать, Вазеликус, ноунейм, Медведь Михалыч, Свет не тьма и Ракозоид. По-моему, все. Сегодня ваш, так сказать, lucky day. И че это секретка? Все, больше ничего нет? Ладно. Не очень-то и хотелось. Блях! Пиздос! Ха-ха, 13 хп! Чё это за демонические монстры?
Жесть, какая штука опасная. Жалко, мне нету магии от хила никакой. Не особо бы хотелось гуфаться сейчас. Тут я вспомнил слово гуфаться. Да, одна мана валяется на этажах. Вылезай в чертову еруба. Страшно врубай. 15 хп. Хилочка, маленькая очень. Ну хоть какая-то. Секреточку бы найти, там постоянно фулл хп. Окей, они все отсюда перебежали ко мне. Какое говно, это магия? Как это черик, спасибо большое, большое. Да откуда стрелять, я вообще не вижу. Знаешь, что они-то, что мне в спину стреляют? Блин, куча сабов. Трайхард как-то в игре. Помогите. Не хочу умирать, хочу жить. Сколько он еще сабов загиптил? Да ёлы-палы, одна мана, где хп? Фух, офигеть. Чтобы ты слетишь и заберет партнерку. Да, кстати. Ой, уже много раз тут поднимался вопрос. Неизвестно, что будет. Оставит все выплаты себе, Twitch или нет? Дехолас, Дезмон Линкс, Губачок, Аплоид и Хэй Ю. Добро пожаловать. Огромный-огромный респект. Стречители. Он сегодня просто рвет. Спасибо. Спасибо огромное. Дайте, пожалуйста, хайпы для Стречителы. Понимаешь, что вы там вот так хайпом, вероятно, застряли чат, 9 хп. Так, делаем более нормальную тактику. Там уже выход из левела. И у меня патроны кончились. Господи, как трудно-то. Все? Понимаете, было слишком просто, стало слишком сложно. Я бы поискал секретки, потому что вроде как я всех убил.
Бляха, идти на выход или искать хп? Я какую-то кнопку активировал. У меня 9 хп. Я понял, я иду на выход, на выход. Это был очень тяжелый уровень. А мастерской-то нет, какая разница? Пиздас мне. ХП? Что это за говно? Музыка слишком громкая стала. Да ёлы-палы, я не знаю, как это выигрывать. Всё, у меня 3 хп. Ну просто нихера не видно, блин, хп нет. Еще и музыка орёт. Да не, реально, зачем она такая громкая-то, алё? Мне надо немножко врагов послушать, чтобы меня, ну, не убили на 3 хп. Хотя мне 3 хп. Это любой хит вообще. Неужели камбэк? Прекрасно. Просто... Секретка меня телепортировала к еще большему количеству монстров. Тупая игра. Фу, ненавижу, блин. Да, минус no death run. А видно. Но я в какой-то степени хорошо, потому что я просил, чтобы игра стала сложной. Вот эти левелы реально стали сложнее. Здесь появилось просто колоссальное количество новых монстров, которые, ну, в разы лучше, чем предыдущие. И здесь была хилка, представляете, я выбрал не ту дверь, пацаны! И тут тоже была хилка. Как обидно. Заморозка самая обидная, как-то криво работает. Она теперь, походу, не на всех, во-первых, распространяется, а во-вторых, она летит очень непонятным образом. Что у нее там с траекторией, вообще не ясно. Я же думал, я в лифте останусь жить.
Обосраться кнопок. Секретка. Ну, восстановили континью, которую просрали. По-моему, здесь хп тоже не было в этой секретке. Тут хп, конечно, были, но, по-моему, взять не задамажившись, просто нереально. Я тебя вижу двух таких ебоб славных. Нет секреток? Нет. Так, чё, босс-файт сейчас будет? Или еще один левел? Этот выглядел как финальный. Видимо, еще один. Так, можно громкость музыки возвращать обратно. Потому что только на том левеле она как-то очень громкая была. Блин, игру вспомнил. На Sega. Ну как вспомнил, забыл я название уже. Сейчас, погодите, вспомню. Еще разочек. Вспомню. Не вспоминается. А, вспомнил. Body Count называется. Ты там управляешь прицелом? То есть как будто FPS играет. Но на деле ты просто управляешь прицелом и должен убивать кучу всяких врагов. То есть экран сам по себе двигается постоянно. Блин, какая она крутая была. Может, кто из вас играл в нее как-нибудь? Там вот дизайн был очень схожий с этим. Именно текущего левела. Прям очень похожи монстры. Ух ты, это что такое? Супер шотган? Че? Зачем? При этом Monkey Reese, только это не рогалик. Игра на прохождение. Смешная шутка. Игра в стиле рельсовый шутер?
Первый раз слышу такое выражение, но вроде как оно по смыслу подходит. Ну, типа того, да. То есть там слева направо передвигается камера, вверх-вниз. Там еще левелы такие классные были. Лес, какая-то фабрика, мое любимое метро. Лодочный левел был. Много источников, много. Каждый раз разный, Сандорик. Привет, Борис Кверти, неплохо все. Самка. 20 онлайна на мейн-канале, господи, это рекорд. 20 человек. С мейн-канала есть кто живой? Напишите, пожалуйста. Бляха. Пиздос, вот что я могу сказать. Может быть, эта штука поможет. Пацаны, два раза сдох. О, опять это проходите. Жесть, меня пробурсило жестко. Не знаю, заморозка, проверим на них. Интересно было бы проверить стационарный пулемет. Ты должен был на лифте подняться, видимо, да? Не, гараж не прошел. А ты сколько раз Лангрен умер в этой игре? После активации кнопки на меня нападет куча мобов, да? Я тебя правильно понимаю? Это прям очень жесткий момент. Что ж там с боссом будет, а? Раз пять, понял. Погнали, босс-файт. Ой, извините за звуки.
Наверное, скоростные ракеты я бы взял. У меня, правда, не хватает поинтов. Танк! Найс трек. Блин, я по клаве лобанулась случайно рукой, и она теперь это по столу как-то херово катается. Так, это мой босс. Вроде как на локации более-менее светло. Ну, относительно всей игры. Так что, наверное, оставим заморозку. Shift подрублен. Погнали. А он стреляет? Или он просто давит? Окей, это худший босс в игре. Это прям самый дерьмовый босс, которого можно было только сделать. Может быть, это баг то, что он не стреляет? Может быть, у него случайно стоит механика, как у монстров, типа того, что ты, когда по ним попадаешь, он в этот момент не может атаковать? Че за дерьмо? Он даже монстров никаких не спавнил. Такое. То есть до этого два суперсложных левела с суперсложными моментами, а здесь вот такое вот дерьмо сделали. Адский замок, адская Антарктика, адский Египет, берега ада, алый король. Очень прикольная идея. То есть от акта с каждого, точнее по левелу с каждого акта, только в новом каком-то стиле будет. Это круто. Можешь попробовать, блин, на арбалет качнуть, с которым я вообще не бегаю. Или лазерку качнуть. Не особо охота ракеты как-то брать. Ой. Ну-ка. Ну и что поменялось? Вроде как боезапас стал больше. Окей, давайте посмотрим. Демоны становятся сильнее, чем хотелось бы. Их мощи хватит на то, чтобы стирать с лица земли города и уничтожать целые армии одним ударом. Лишь у тебя хватит сил, чтобы противостоять такой угрозе. Тебе приходилось отражать волны хищных существ, играя в лотерею с судьбой. Твой поход закалил тебя, превратив в настоящую машину смерти. Ты понимаешь, куда теперь лежит твой путь, и мрачно улыбаешься. Ад, источник мирового зла, будет разрушен до основания и захлебнется кровью, кишками, огнем и свинцом. Тебе предстоит стать самым могущественным человеком за всю историю. Тебе даже немного жаль, что больше некого убивать. Это то же самое, что и в Думе. Окей, пушка откатилась назад. Арбалет не качай говна, да? Пукчампшафт! Вот это я хочу попробовать. Даже если это говно, это странный шафт. Напомните мне это же прокачать, когда я вернусь в игру, потому что сейчас сбросится апгрейд все равно. Но это выглядит круто. Окей, последний акт мы допройдем на next стриме.